3 марта город воинской славы Ржев. Ржевский и Зубцовский районы отмечают 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На заседании правительства Тверской области Игорь Удыня поздравил с памятной датой жителей и руководства муниципалитетов. Заседание регионального правительства в этот вторник началось не по регламенту. Все участники совещания перед началом рассмотрения важных и актуальных вопросов для региона посмотрели кадры военной хроники, где были показаны события тех страшных лет. Эти кадры напомнили, какой ценой была завоевана великая победа. В конце июля 42 года наша армия вновь попыталась уничтожить фашистские войска на Ржевско-Вяземском выступе. Удалось даже захватить несколько кварталов Ржева, но и на этот раз все закончилось неудачей. Бои под Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной армии коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие потери с учетом раненых составили более миллиона человек. 77 лет назад в ходе Ржевско-Вяземской операции в 1943 году Красная армия перешла в наступление на территории нашего субъекта, на территории нынешней Тверской области, раньше называлась Калининская область. 2 марта был освобожден Нелидовский район, 3 марта город Ржев, Ржевский и Зубцовский районы, а 4 марта был освобожден Оленинский район. В эти дни торжества в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходит во всех муниципалитетах, отмечающих праздник. В программе 77-летия освобождения Ржева – митинг и парад войск Ржевского гарнизона, торжественная церемония возложения цветов к воинским захоронениям, научно-практические конференции, выставки, праздничная концертная программа. Памятные мероприятия также пройдут у мемориалов Ржевского и Зубцовского районов. Память воинов, павших на Ржевской земле, увековечит Ржевский мемориал советскому солдату. Его открытие станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в Тверской области 9 мая.